Вот эта красавица. Выглядит замечательно. Это 20-футовый парусник с двигателем. И теперь он в полном моем распоряжении. Я планирую закупиться продовольствием, большим количеством пресной воды, проверить все, прибрать, почистить и отправиться в плавание. Как можно достигнуть максимальной скорости? Друзья, всем привет! Возникли идеи по наполнению контента. Мы, кстати, находимся на дайв-боте для Сент-Тропе. Мы сейчас выберем красивый вид, и я вам расскажу о наших планах. Переместимся на бак. Тема моря и тема иммиграции совпала. Допустим, вы переехали за границу, хотите как-то отдыхать, развлекаться. Вы просто покупаете лодку. Ценник в Швеции до 10 тысяч евро. Это свеженькая лодка с парусом и с мотором. Я вышел на блогера, зовут его Вадим. Он занимается долгое время этой тематикой. Написал несколько книг, как купить яхту, как из Швеции севера переместиться на юг. В общем, мы с ним договорились. Я надеюсь, он поддержит мою идею. Встретиться, пообщаться по поводу записи интересного нового контента на наш YouTube-канал и Instagram. Я готов купить яхту и на ней переместиться из Швеции в Испанию, в Малагу. Надеюсь, вам эта тематика будет интересна. Надеюсь, все у нас получится. Надеюсь, что контент с каждым месяцем будет все лучше и лучше. Вам спасибо за то, что вы с нами, за то, что вас интересует тема иммиграции. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Привет вам из солнечного, открытого моря. Здесь очень здорово. Як год. Одновременно люди отдыхают на юте. Вот, друзья, когда у вас есть своя лодка, свой бот, достаточно купить небольшой компрессор, обзавестись баллонами и спокойно нырять в свое удовольствие на любых локациях, на любых дайв-сайтах. Рекомендую это сделать. Thank you.